Тасьям. Тасьям. Крита. Крита. Ати. Ати. Праньяха. 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 Майя, Майя, Атрама, Атрама, Аху, Аху, Амина, Амина, Ча, Ча, Абадхаха, Абадхаха, Я, Учу, Учу, Кинчана, Кинчана, Ипьям, Ипьям, Тасьям Притати Пранага. Тасьям притати праная. Праная майака тараха. Праная майака тараха. Бхуманина чабадха. Бхуманина чабадха. Ночу кинчана випрям. Ночу кинчана випрям. Тасьям притати праная. Тасьям притати праная. Праная майака тараха. Праная майака тараха. Бхуманена ча бадха. Бхуманена ча бадха. Ночу кинчана випрям. Ночу кинчана випрям. Тасьям притати праная. Праная майака тараха. Бхуманена ча бадха. Ночу кинчана випрям. Тасьям притати праная. Праная майака тараха. Бхуманена ча бадха. Ночу кинчана випрям. Тасьям притати праная. Праная майака тараха. Бхуманена ча бадха. Ночу кинчана випрям. Тасьям критати праная. Праная майака тараха. Бхуманена ча бадха. Ночу кинчана випрям. Тасьям критати праная. Бхуманена ча бадха. Ночу кинчана випрям. Тасьям притати праная. Праная майака тараха. Бхуманена ча бадха. Ночу кинчана випрям. Тасьям критати праная. Праная майака тараха. Бхуманена ча бадха. Ночу кинчана випрям. Тасьям. Тасьям. Агмохимурти. Агмохимурти. Крита. Крита. Ати. Ати. Пранаяха. Пранаяха. Because of staunch friendship.
because of staunch friendship. Tanaya, Tanaya, Abaya, Adaraha, being afraid that their friendship with her, would be broken. Bahu. Manena, Manena, by great respect and honor. By great respect and honor. Cha. Also. Abadaha. Being too attached to her. Not. Uchuhu. Uchuhu. They said. Kinchana. Even the slightest thing. Vipriyam. By which. Mohini Murti. Might be displeased with them. Before I read the verse translation, I'll read verse 22. Te padayanta samayam asura svakritam nipa tushnim asam kritasneha srivivada jugupsaya. O King, since the demons have promised to accept whatever the woman did, whether just or unjust, now, любое ее решение, справедливое или нет, они, чтобы сдержать слово, показать свою выдержку и избежать ссоры с женщиной, хранили полное молчание. Демоны уже привязались к Махини Мурти и вполне доверяли ей. А кроме того, они очень боялись потерять ее расположение. Поэтому они почтительно выслушали ее и не стали говорить ничего, что могло бы омрачить их дружбу с ней. Комментарий. Демонов настолько очаровали лукавые, дружелюбные речи Махини Мурти, что они не стали возражать, когда она принялась раздавать нектар сначала полубогам. Ее ласковые слова полностью успокоили их. Господь сказал демонам: полубоги очень скупы, и потому им не терпится получить нектар первым. Давайте же так и сделаем. В отличие от них, вы можете немного повременить. Все вы настоящие герои, и так хорошо относитесь ко мне. Вам лучше подождать, пока напьются полубоги. Nama Shreshtam Manamapi Shachi Putra Matra Radha Kundam Giriparamho Radhita Madhavasham Prapto Dasya Patita Ashvidurum Tandatas Vandeham Shri Guru, Shri Yatav, Padakamalam, Shri Guru, Vaishnavamsa, Shri Rupa, Saradhanam. Sahagarna Raghunatan Vitam Tamsa Jivam. Sagratam Sagratam Vatam Saitam Krishna Chaitanya Devam. Shri Radha Krishna Padam. Sahagarna Lalita Shri Shakalitam Sja. Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Serious case of cheating going on here. Серьезный обман тут происходит. Мы можем видеть психологию обмана. Как Махини Мурти выиграла расположение демонов. And put them in a situation и поставил их в положение, когда они не хотели, что они не хотели ссориться с ней. Они сейчас начинают думать, что-то тут происходит интересное, забавное. Она дает нектар полубогам, а не нам. Она может все отдать им, а не нам. И они начинают уже подумывать, знаете, что-то может неправильно тут происходить. Но она их заверила. Ну, смотрите, эти полубоги, они несчастные такие, бедные, слабенькие. Давайте мы им немного дадим, чтобы они не плакали. Но демоны в то же время не хотят признать то, что их обманывают просто. В своем уме они не хотят это принимать.
Они привязались к ней. И это Махинимурти, она использует эту их привязанность, чтобы обмануть их, и все же они все равно привязаны к ней. Раху только он догадался, что это не так, он первым подумал, что что-то не то происходит. И верховная личность Бога, он обманывает демонов. Потому что хотя они хотели быть обманутыми. Они думают, что они могут быть жить счастливо без Кришны. Это все в воображаемом мире. У вас есть дети, они хотят играть. И они хотят сражаться. Мальчики любят сражаться. Я помню, когда я был ребенком, мой отец, он сделал из дерева меч и покрасил его в серебряный цвет. И я игрался так, этим мечом. Это был меч, но не настоящий меч, конечно. Мой отец потрудился сделать этот меч, и это для меня. Если бы Господь вам дал всю Вселенную, чтобы исполнить свои мечты, это очень хорошо с его стороны. В телефоне у нас есть игры, можно закачать игры, войнушки, пройти битву за Сталинград. Или, может быть, воображаемые войны вы можете играть. Это все иллюзия. Компьютерных игр. Но люди, они любят это. Они погружаются в это. Я никогда не забуду. Недавно я видел в аэропорту и матч по крикету шел по телевизору. Они там сам один западный игрок. Можно было видеть по его, как взглянув на него, что он очень сконцентрированный, серьезный. Как будто он был вообще сражался насмерть. Ну это просто игра в крикет. Ну, много денег поставлено на кону, его репутация. Ему нужно сконцентрироваться, чтобы играть на высоком уровне своем. Но если бы он играл, например, с пацанами с улицы, то ему не надо было концентрироваться. Если он даже не дал нам это, мы сами придумываем игры, спортивные игры, чтобы развлекаться. Это игры. Кришна делает так, чтобы мы обманулись. И в этом случае это было, это даже не косвенное, это был прямой обман демонов. Но Кришна, он не обращается с преданными так же, как с демонами. Например, Бали Махарадж. И также даже на уровне Гопи. Гопи, они обвиняли Кришну, что он обманул. Но Бог есть Бог, Нараяна. Он не обманывает никого. Рама не обманывает никого. Он никого не обманывает. Он справедлив. Полностью справедлив. Он является символом справедливости. И справедливый царь.
В сознании Кришны мы тоже практикуем в этом мире. Мы приходим в сознание Кришны с ожиданием того, что каждый в этом все в мире обманывают, но в сознании Кришны преданно они не будут обманывать. Однако, может ли обман быть в сознании Кришны? Есть движение ритвиков, где они говорят, что столько гуру в Исконе упали, они, поэтому они обманывают. Мы не должны им доверять. Мы должны доверять только Прабхупаде. И мы воображаем себе, что Прабхупада является только единственным дикша-гуру для всех преданных Искона. Сейчас и в будущем. Прабхупада никогда этого не говорил, но они истолковали его слова таким образом, чтобы это было убедительно. Они думают, что они обманывают нас, но они обманывают сами себя. Ритвик-вади, они также обманывают они представляют Прабхупаду как основателя и ачарью Искон. Это звучит нормально же. Ничего не предусветительного. Что неправильно? Потому что Прабхупада не называл себя основателем и ачарьей. Он называл себя основателем ачарьи. И в письме 77 года Шрила Прабхупада stated that the GBC should see that no one musically change the name founder Acharya. Что члены GBC не должны сами изменять титул Шрила Прабхупады как основателя Ачарьи. Ачарья основатель значит, что он основатель Искона, и в то же время он Ачарья. Шрила Прабхупада говорил, что в будущем его ученики не будет в будущем недостатка в ачарье. Но основатель ачарьи, он только один. Значит, не будет в будущем ачарья. Но эти ритвики не говорят, что у нас ачарья только Прабхупада. И они даже отвергают Бхактисиддханту Сарасвати и остальные. Эти ритвы квади, они заявляют, что Прабхупада наш ачарья. Негодяй. И также они создали копию Искон, от которого они отказались. Yeah, you wouldn't think, would you, when Krishna comes? Мы не подумали бы, что. Vidyam Master Mantra Vastu. You know, Matsaranam Satam. In the beginning of Bhagavatam, this is the highest truth, the essence of the истина, essence of всех вер. The top most swan like the bodies are free from all envy. Которые предназначены для преданных высшей ступени, которые свободны от склонности обманывать. Но ритвы Вади, они изменили слова Прабхупады, устроили такие образы. В Лондоне двое преданных в футболках ходили, на которых было написано, что истина, так называемая цитата Шрилы Прабхупады, что истинная радость исходит изнутри. Нет такой цитаты Шрилы Прабхупады. Есть такой в Бхагавад-гите в 6 главе. Но это относится к самадхи-йоге, которую отвергает Арджуна, и Кришна тоже отвергает.
It sounds like the kind of thing which Buddhists and New Age types. Это что-то вроде, вроде философии необуддизма, что реальное счастье можно найти внутри. И это послание, которое они хотят дать. Но Шрила Прабхупада не говорил этого. Но сейчас большинство преданных, которые увидят это, они подумают, что это «О, это Прабхупада сказал». Потому что преданные не читают книги. Люди, преданные читают книги там, «Обратно домой» или как «Путешествие домой» или как-то так. So that's a cheating to misrepresent это все обман, чтобы неправильно представить учение Шрилы Прабхупады и представлять слова, якобы слова Шрилы Прабхупады, которые он не говорил. И этим самым представить свое учение, под видом учения Шрилы Прабхупады. Например, эта же фраза. Можно подставить это счастье, истинное счастье исходит изнутри. Далай-лама мог такое сказать, или кто-нибудь другой. Но Шрила Прабхупада такого не говорил. Я утверждаю обратно. И Бхактивиданта Гуру на сайте Бхактивиданта Гуру Куру я увидел там. To prepare fine citizens of the world, men of character and competence who can lead and inspire others. Great quote, the uncompromising one. It sounds like the kind of thing that Prabhupada might say. Там есть цитаты, которые там выглядят так, как будто это Прабхупада сказал. Мы должны тренировать лидеров общества, которые будут вести общество. Но Прабхупада такого Но когда преданные это читают, это замечательно утверждение цитаты. Это правильно. Звучит правильно. Но проблема в том, что в контексте сознания Кришны это правильно, но так как эти слова стоят отдельно от контекста, то это звучит такая любая другая школа может иметь такой же девиз, чтобы родители отправляли своих детей в эту школу. Любая школа в мире, которая рекламирует себя как мы дайте нам денег, и мы обучим ваших детей быть лидерами. И продолжайте отправлять деньги нам, чтобы мы обучали ваших детей. Это вся система так построена. So again, it's опять это. Yeah, the devotees see that the thing is quite. Преданные, если увидят это, они подумают, что это вполне приемлемо, потому что они видят это это в контексте сознания Кришны. Yeah, we have allowed sound in the background, which is now gone. And as desired, the non-devotees also. И также, как это задумывалось, уже непреданные тоже прочитают и подумают, о, хорошая цитата. Они это примут в мирском видении. Они сделают моего сына пилотом авиалинии. Есть школы, которые подготавливают лидеров, благотворителей и так далее. Они компетентны и также они будут духовно образованы. Духовность там есть где-то, но... Make up a quote from Srila Prabhupada, or to adjust the quote. Чтобы подкорректировать, подогнать цитату Шрилы Прабхупады, что не то, что имел в виду Шрила Прабхупада, но по своим целям представить цитату Шрилы Прабхупады, это выглядит как обман. Продвигающийся под именем Шрилы Прабхупады и сознание Кришны. So all this is very dangerous. Это все очень опасно. It's what we could call a philosophical kind of thing is a philosophical or ideological deviation. Или идеологическое отклонение. Which
Это в большинстве случаев это даже еще хуже, чем сексуальное падение, которое тоже нехорошо. Ритвиквади жалуются то, что гуру падают, что не очень хорошо. Сексуальная слабость, от этого можно избавиться. If one goes on, если преданный продолжает практиковать сознание Кришны. And it only affects и это только воздействует few people, на несколько людей, затрагивает нескольких людей. Этот преданный может упасть и но философское отклонение или идеологическое отклонение хуже, потому что оно портит будущее людей, которые не поймут, что, в чем является путь чистого преданного служения. Тогда они не вернутся домой к Богу. Аппа Сампрадая так происходит. Они неправильно толкуют послание Господа Кришны. Они повторяют Харе Кришна, некоторые из них. Ну, или они повторяют другие имена Кришны. Они ставят тилаку, вайшнаву, и они называют себя вайшнавами. Но их они обманщики. Так, они берут учение Господа Чайтани и истолковывают, искажают его в своем стиле, воображаемое учение делают. So don't trust if you hear someone не доверяйте таким. Прабхупада сказал то, сказал это. Если это не напрямую в сознании Кришны, не доверяйте этому. Много раз преданные спрашивают меня через почту. Кто-то говорит, Прабхупада сказал так и так. Это правда? И мой стандартный ответ это... Ну, спросите их. Можете показать цитату? Где-то доказательство, что Прабхупада сказал это? И мы можем, и мы должны это видеть также, тоже в контексте какой-то ситуации, а не вырывать это. Это все обман. Кто-то сказал так и так. И меня спрашивают, правда это или нет. Спросите их, где доказательства, приведите цитату из Шаст. Если они не могут привести никаких цитат, свидетельства от гуру, садху и шастры, тогда мы не должны это принимать. Очень просто. Но есть опасность, что из Искона могут выйти новые ложные сампрадаи. В 68 году Шрила Прабхупада Ачютананды подошли несколько индусов в Индии и попросили у него инициации, получить инициацию от него. И Ачютананда написал Прабхупаде, и Шрила Прабхупада говорил, нет, по крайней мере, не сейчас. В Индии Шрила Прабхупада написал, что существует очень много дешевых лжегуру, которые искажают учение шастры. Шрила Прабхупада предупредил своего ученика, не иди этим путем. Он видел то, что это может произойти даже с его учениками. Но некоторые глупые ученики Шрила Прабхупады, некоторые отклоняются и будут отклоняться. Это постоянно происходит в истории религии, потому что очень много отклонений происходит от истинного учения. Например, все христианство жидится на том, о чем Иисус не учил. Все христиане думают, что если мы верим в Иисуса, то мы будем освобождены от греха. Но Иисус такого не говорит. Но все христианство основывается на этом.
Шрила Прабхупада указывал то, что вы от меня услышали, вы повторяете. Таким образом вы станете гуру. When we have the whole phenomenon within our society, факт того, что в каждом в нашем обществе происходит косвенная проповедь очень много. And then we have и у нас posters on the internet. Можно найти постеры в интернете, как баннеры на сайтах. Реклама. Such and such. ИСККОН такой-то, какой-то. Йога класс. И там показывают какую-нибудь там поза йога. Какая-нибудь фантастическая поза для здоровья, силы. И может идея заключается в том, что люди придут на йогу, и мы дадим им прасад, и они повторяют мантру. И потихоньку они станут преданными. Но что происходит на самом деле во многих местах? Мы становимся такими. Мы проводим киртан таким образом, чтобы людям понравилось. Такой развлекательный характер такой. И мы не хотим расстраивать людей. И даем только то, что им нравится. И что такое воскресная программа? Развлекательный киртан и прасад. И никакой философии. Потому что люди не любят философию. Потому что если они услышат нашу философию, им это не понравится. Я несколько лет назад отправился. Я видел, там бхакти-йога, программа по бхакти-йоге проходила неделями. У них киртан и прасад был. И один раз я прочитал лекцию там, и никому не понравилось. Я рассказал о предании Кришне и принятии прибежища у Кришны. Же как женщина предана своему мужу. Они это вообще им не понравилось. Они ненавидели это. Прабхупада дал киртан, прасад и лекции. И людям, конечно, это не нравилось, но он продолжал. Сколько он читал лекции в 66-м году? Один час. Многие люди уходили, но он продолжал говорить. So we shouldn't be like the. Мы не должны. This. What was I mentioning? Some. Мы не должны быть такими, как. Some hugging. Какая-нибудь. Woman. Как женщина, которая обнимает других и дрыгающихся. И они излучают столько хороших вибраций. Улыбаемся. И люди чувствуют себя хорошо. Да. Что такое сознание Кришны? Это любовь, да? Зачем нам эта вся философия? Просто можно любить. Но это все поверхностно. Эго. Не задеваем их эго. И люди приходят годами и годами так, и они даже не понимают, что Кришна — это Верховная Личность Бога. Тогда это становится просто какой-то еще одной группой имперсоналистов по йоге. Почему Шрила Прабхупада был успешен в распространении сознания Кришны на Западе? Потому что он давал сознание Кришне. Мы не можем дать сознание Кришны, если мы даем что-то другое. Я бы хотел 2 килограмма бананов.
Нет, возьми 2 килограмма яблок. Ну, вообще-то людям это нравится, потому что яблоки подешевле. Наверное, ну, в Мадья Прадеш яблоки подешевле. Я хочу бананов. Не, вы... И вы продаете бриллианты, но никто не покупает. Целый день никто не покупает. Если кто-то приходит, у них нет денег, чтобы купить это. Ну, тогда лучше я буду продавать стекло, стеклянные украшения. Тогда столько много людей придет. Это Шрила Прабхупада дал такой пример. Если мы продаем бриллианты, не многие люди заинтересуются, но мы продаем реальную вещь. Glass, а не дешевку, стекло, имитацию бриллиантов. Опасность это не косвенная проповедь в том, что он убивает, подавляет этот революционный дух, что мы должны изменить это все общество. Все в порядке, повторяю, Харе Кришне, все хорошо. Мы должны говорить им. Ты живешь как свинья, которая поедает испражнения. Шрила Прабхупада говорил это, когда в Бомбе. Он спросил гостя, я встаю утром, выпиваю чашечку кофе, иду на работу. Ну ты живешь как свинья просто, ответил Прабхупада. Это был риск, потому что мистер Шетти, гость, он мог просто уйти и никогда не вернуться, но он стал очень привязан к Прабхупаде. Если бы не мистер Шетти, тогда не было у нас бы храма в Джух. Вы знаете всю историю. And then the devotees were building it at night, and the municipality sent their gundas to stop them. Муниципалитет он отправил гунд бандитов, чтобы остановить рядом стройку. How many are you? 150. Send more, send more. I have 200 bullets. My son has 200 bullets. Send more. Сколько вас? He was willing. He risked his life. И мистер Чати, он пришел со своим сыном с оружием, и он прогнал, послал во своя сети в гунт. Послушай, Майабад, и Кришны, о, как замечательно. Ну, тогда люди, они тогда не избавятся от своих анартв, если они просто думают, что для их наслаждения они слушают этой игры. Никто не будет петь Харе Кришна в мелодии Раги, там чувством разлуки Радхи и Кришны. Это, люди не поймут, в чем это предназначение. Очень много людей будут шокированы честностью, и им нравится обман. Некоторые слушатели могут быть шокированы этим. Если в Исконе, допустим, в нашем обществе, я буду указывать на ошибки Ритвикваде, я буду критиковать, всем понравится. Но если я буду комментировать недочеты Искона, тогда нашему обществу это не понравится. Если кто-то говорит, что неправильно иметь саньяси, не должен иметь женщину-секретаря. Нет, нет,
Он на высшей платформе, ты не можешь понять, это не совершенно оскорбление. Конечно, я не могу это понять. На высшей платформе или нет, это очень сомнительно, что он на высшей платформе. Но люди, людям не нравится. Принимать. Just like the demons here, they didn't например, like to accept. Например, демоны не хотели принимать того, Mahini, что их Махинимурти обманул, потому что мы ее очень уважаем, она тоже любит нас. So it's very dangerous to be in a high position, находиться на высокой религиозной положении, когда люди доверяют вам, что вы делаете такие вещи, которые вы не должны делать, и вам это прощается. Это очень опасно. Получается лицензия на творение, ну, делать все, что угодно, все отвратительные вещи. И это происходит больше столько случаев в католической церкви, потому что священники, они насилуют детей. И дети, они ничего не хотят рассказывать. Во-первых, они опасаются, потому что их родители могут побить. Потому что они что-то будут говорить против священника. И они опасаются, потому что священник — это очень уважаемая фигура. Кто поверит? Но как больше и больше таких случаев происходило, как все это всплыло. Очень много возможностей неправильно использовать свое положение. Приходит с тем, что люди уважают и не хотят верить в то, что что-то неправильно. Люди не хотят принимать. And they turn out to be something that we can't relate to. Люди не хотят принимать то, что они создали какой-то образ святого человека, и потом этот человек не ведет себя должным образом, они не хотят принимать это. Например, мы можем видеть демоны. Они видят то, что их обманывают, но они не хотят. Они не хотят принимать это, они хотят в это верить. Они, потому что они уважают и очень привязаны к Махинимурти. Они сами не хотят выглядеть глупцами. И они всего несколько минут были с Махинимурти. Люди отдают всю свою жизнь кому-то, и они не хотят принимать то, что что-то не так произошло. Это большой обман. Это, например, в случае с гуру. Если гуру падает, то в искон или вне искон. И ученики эти до сих пор еще очень глупо верят в то, что нормально. Харе Кришна. Харе Кришна. Завтра продолжим. Если закроют на карантин от коронавируса или чего-либо другого. Столько вещей, мы даже не можем представить, могут произойти столько. Если кто-то сотворил этот вирус, никто не мог представить, эти люди даже не могли представить, что, которые создали этот вирус, что он столько распространится и влияет на мир. Мы продолжим завтра.